Когалым с рабочим визитом посетила главную уполномоченную по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. В частности, омбудсмена интересовала работа медицинских учреждений города. В каких условиях несовершеннолетние получают необходимую помощь? Еще один главный тезис деловой поездки – мера наказания для детей, у которых проблемы с законодательством. Сегодняшний день – это истинная работа правозащитника детского. Это отрешение проблем одного ребенка государственным задачам. Сегодня вот моя рабочая поездка посвящена решению проблем о помещении ребенка в закрытое учреждение, то есть принятию такого решения. И мы встречались со всеми руководителями органов системы профилактики, с надзирающим прокурором. И в том числе я обратилась за помощью к коллегам медицинской организации для того, чтобы понять, в чем вообще полезность и что нужно сделать для того, чтобы вот такого жесткого решения в отношении совсем небольшого ребенка не случилось.